Сегодня почитаем драму Островского «Гроза» и посмотрим, что такое комментированное чтение. Это то самое чтение, которому нужно ребенка обучать. У него должен быть при чтении карандаш. И самая большая наша задача – попытаться выйти на шпаргалку. Как я говорю, шпаргалка номер один. В ней всего 10 пунктов. Я буду сейчас их по ходу нашего чтения рассказывать. Эта шпаргалка напоминает ученику, как надо читать произведение. Вот лирику там посложнее будет ситуация. А вот драматургия уже в эту шпаргалку укладывается очень хорошо. Шпаргалка это выросла из каких-то моментов рабочих. И я заметила, я с ней работала, она очень хорошо помогает. И учителю готовится к уроку, и ученику тоже потом как-то основательно изучить текст. Ну, давайте попробуем. Первое. Вот что мы видим первое, когда начинаем читать произведение. Мы его еще не читаем, мы видим название. И вот это первый пункт шпаргалки. Название нужно осмыслить до чтения желательно. Поэтому если в классе есть дети, которые не читали произведение, то очень и очень хорошо. И желательно самому учителю вспомнить свои ассоциации, первые возникшие, когда еще неизвестно было, о чем текст. И учеников надо спросить, о чем может быть такое произведение с таким названием. Это очень хорошее задание. Но здесь по грозе вам, наверное, скажут, что будет что-то шумное, опасное. Может быть, даже что-то погибнет, кто-то погибнет. И как-то ведь гроза может и в дом ударить, и человека убить. Но, с другой стороны, после грозы как-то воздух очищается, становится как-то свежо. Ну, зафиксируем. Назвал Александр Николаевич Островский свою драму «Гроза». Зафиксируем эти ассоциации. Но не просто зафиксируем. Поставим вопрос. Какие ассоциации исполнятся в этой книге, а какие совсем не возникнут? Вот такая наша задача. Почему я на этом акцентирую внимание? Ну, есть просто такая тема сочинения. Смысл названия, например, «Капитанской точки», смысл названия «Гроза». И ребенок часто теряется. А что нужно писать? Вот начать надо первым пунктом работы над таким сочинением. Это ассоциации, которые возникают еще до чтения книги. Это понятно? Понятно. И детям это понятно. Значит, мы зафиксировали, записали в тетрадку. Хочешь забыть, запиши. Это поговорка английская, насколько я помню. И дальше мы переходим. Драма в 5 действиях. Если «Гроза» изучается как положено, она уже идет после Грибоедова, она уже идет после «Ревизора». И поэтому особо останавливаться на драме не стоит, как на жанре драматургии. Если до этого не проработано было, что такое драматургия как род литературы, что такое драма как жанр, уже драматургии самой, ну, значит, надо остановиться. В Греции как будто было дано задание свыше. Несколько талантов, которые они исполняли, я имею в виду Древнюю Грецию. В частности, у них появлялся эпос, я имею в виду Гомера. Особая позиция автора, особое отношение со временем. Время с большой буквы, время с маленькой буквы. Потом появлялась лирика, она во времени потом. А потом появилась уже драматургия. И она появилась в двух видах. Прежде всего, как трагедия. А потом уже позже, как комедия. И вот специалисты говорят, что драма, грубо говоря, что-то среднее между тем и тем. Я сейчас не буду давать никаких характеристик литературоведческих. Но она появилась где-то к 17 веку уже нашего времени. Но пока это достаточная такая справочка. Давайте пойдем дальше. Дальше-то интереснее. Обычно пропускаем список лиц, а мы все-таки прочитаем, с какой точки зрения, есть ли говорящие фамилии. И вообще, что можно сказать опять о пьесе, судя по ее героям. О чем же она будет? Вот читаем. Савел Прокофьевич Дикой. Фамилия, конечно, сразу очень напрягает. Книжка должна быть ученика своя.
И потом она должна остаться. Потому что вот то же самое о грозе мы тоже сюда записываем, наши ассоциации. Можно в тетрадь, а можно для начала в книгу. Это даже интереснее. Дикой. Ну, фамилия как-то напрягает, в какую сторону мысли начинают развиваться. Человек, наверное, какой-то дикий, ведет себя не так. Но Островский добавляет, он купец и значительное лицо в городе. Дальше, Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный. Это потом очень сильно оправдается, забегая вперед, скажу. Он действительно племянник Дикого. Порядочно образованный, и он действительно молодой человек. Молодой человек, вообще слово молодость, вот в песне о купце Калашникове Кирибеевич назван молодой. Он действительно незрелый человек, его поступки незрелые. Здесь у Бориса Григорьевича очень какое-то незрелое поведение. Он не может взять ответственность за то, что происходит, за то, что он сам делает, участником чего он становится. И более того, забегая вперед, скажу, что, ну, конечно, он как бы прикрывается званием племянник. Ну, кто я? Я племянник. Меня Дикой посылает там на границу с Китаем. Ну, что это за разговор для взрослого человека? Почему он ничем, никакими веревками не связан, в отличие от Катерины, не связан с этим Диким? И он сам понимает, что он ничем не связан, и об этом говорит. А он как бы прикрывается этим статусом племянника. Ну что с меня взять? Молодой человек, хоть и порядочно образованный, абсолютно недозревший до каких-то взрослых отношений к жизни. Марфа Игнатьевна Кабанова. Ну, конечно, надо подчеркнуть Марфа. И, конечно, обсудить. Ну, сразу возникает образ какой? Марфа-посадница, такая властная женщина. Вот у нас где-то в сознании часто этот образ мелькает, с этим именем связанный. Я думаю, он мог вполне быть и у автора. Ну, в итоге вот написано Марфа. Теперь не просто Кабанова, а Кабаниха. Он дает ее прозвище в скобках. И Кабаниха, ну, во-первых, страшное что-то, дикое. А с другой стороны, эта ассоциация оправдается наоборот. Потому что Кабаниха делает жуткие поступки, там становится бешеной именно тогда, когда есть угрозы ее детям. А Марфа Игнатьевна у нас разрушит семью, и погибнут ее дети, так или иначе. Поэтому вот это ассоциация от противного. Написано, что она богатая купчиха и вдова. Остановимся на слове «вдова». Социальный статус женщины был тогда таков. Она при рождении вписывалась в паспорт родителей. Если она сирота, то обязательно опекуна или какого-то особого заведения, где дети могли расти. Но чаще всего это был опекун. А при замужестве она вписывалась в паспорт мужа. То есть у нее не было своего паспорта. Единственное свободное положение женщины – это вдовство. Вот перед нами Марфа Игнатьевна Кабанова, в скобках Кабаниха, богатая купчиха и вдова. Оправдается это потом? И вообще, он нам дает мелкие подсказки. Надо их слушать. Идем дальше. Пока поставим вопросы, расшифруем, идем дальше. Тихон Иванович Кабанов, про него не сказано, что он купец, написано «ее сын». Как потом выяснится, он абсолютно совершеннолетний человек и даже женат. И вообще-то он должен вступать в права наследства. Марфа Игнатьевна, по сути, она хранительница того состояния, которое оставил муж, а наследник-то так, Тихон, ее сын. Почему он до сих пор, даже он купцом не обозначен, он просто ее сын. И еще ниже, как бы уровнем, идет дальше Катерина, жена его. И выстраивается вот такая лестница. Опять же, да, остановимся, что за недоумение, взрослый сын, который не имеет какого-то серьезного социального статуса. Почему он не вступил в права наследства? У меня, например, возникает ассоциация историческая. Екатерина II, которая вступала на престол, она же вступала как хранительница престола и должна была передать его своему сыну Павлу на предостижение им совершеннолетия. Она этого не сделала. И даже, может быть, она и сына сделала человека, которому не очень можно было доверить престол. Ничего ситуация это нам не напомнит. Ситуацию Кабанихи и ее сына. Катерина, она переводится «светлая». А вот Тихон, кстати, ассоциация, хоть это, конечно, не от русского «тихий»,
Но у нас так вот, в нашем языке это звучит он вот тихоня. Ну хорошо, посмотрим. Катерина Светлая. И действительно, в критике, там вы помните, луч света в темном царстве, ассоциация с ее именем. Про Екатерину не сказано ничего. Она жена его. Ее статус жены. Ну, подчеркнем. Это очень серьезный статус. Именно вокруг этого статуса завяжется вся интрига. Она его как бы не выдержит, этот статус. Варвара, сестра Тихона. Ну, Варвара, вот как вообще возникло слово Варвара, потому что латиняне, насколько я знаю, они воспринимали любое другое наречие как варвар-вар-вар-вар, вот непонятную речь. Это, в общем, переводится как варвар, дикий человек, не умеющий правильно по-латыни говорить. Весь мир, вся икумена говорит по-латыни, а эти варвар-вар-вар-вар. И вот это ее варварство, ее какая-то необученность, необразованность ее души, она как-то берет и отражается в ее имени. Вот тут надо остановиться. Меня обычно спрашивают, ну что ж так, Островский сидел и думал, как бы мне назвать героев. Да нет, наверное, хотя мог и подумать. Во-первых, мы этого не знаем, мы видим только результат. Но ведь это существует еще на уровне интуиции у талантливого человека. Он может писать как угодно, задумываясь, высчитывая, думая о том, как лучше, как хуже. Это творческая лаборатория. Мы смотрим результат, и результат мы видим. Вот появляется остаток классицизма говорящей фамилии. Но они как-то не только и говорят, и спрашивают, что ж такое, что ж там будет за кабаниха. Что ж там будет за Катерина и жена его? Что же будет за варварка такая? Кулигин, ну это понятно. Это изменена буквочка, и рядом уже появляется ассоциация Кулибин. И ассоциация подтверждается. Мы читаем «Мещанин». Вот тут тоже интересно у детей. Но не надо пропускать слова, которые непонятны. Для нас «Мещанин» что значит? Мы потом, ну, может быть, так слышали уже дети, тема мещанства, там у Чехова будет. А вообще-то мещанин – это такой его социальный статус. Это в паспорте писали «мещанин города Н». Ничего страшного в этом не было. То есть это городской житель, который может иметь домик, который может иметь какой-то пенсион. И вообще-то жить как-то вот, ну, более-менее своей такой жизнью. Он может служить. Но вот чтобы дослужиться уже до какого-то звания, надо действительно служить. А мещанин – это вот человек, живущий какой-то своей частной жизнью, городской, и как-то вот живущий. Дальше про него добавляется часовщик-самоучка. Ну, тоже интересно, да. Подтверждение фамилии, ассоциации, переклички с фамилией Кулибин. Но дальше очень забавно. Отыскивающий перпетум мобили. Но мы понимаем, что перпетум мобили, если человек ищет, он ищет чего-то невозможного. Ну, может, им тогда казалось это возможно, но это характеристика личности. Дальше. Ваня Кудряш. То ли это фамилия, то ли это прозвище. Но ясно, что мы должны от него что ждать? Ну, какой-то пляски, как тряхнул кудрями. Ну, посмотрим. Молодой человек, и он конторщик Дикова. И интересно, какая-то связь с Диким намечается, хотя формальная пока. Потом идет Шапкин, мещанин. Про него ничего нельзя сказать. Фамилия, ну, фамилия. Вот любопытно, Феклуша. Такое, как бы ласкательное имя, и написано, что она странница. Значит, мы имеем возможность сказать, что да, ожидаем, что тут на этот город будет такой взгляд странницы. Ну, посмотрим, как странница, она же путешествует по другим городам, что она скажет об этом городе. Отстраненность. Глаша, девка в доме Кабановой. Ну, явно уже персонажи идут такие второстепенные. Барыня, вот это очень интересно, с двумя лакеями, старуха 70 лет, а потом вдруг полусумасшедшая. Ну, было бы сумасшедшая, вы бы поняли. А ну полу, значит, в ее словах будет правда? Она что-то будет делать или что-то будет говорить? И нам надо за ее сумасшествием понять, что там есть и истина. Она полусумасшедшая. Ну, дальше городские жители обеего пола. Хорошо, теперь надо провести такую вещь. Давайте, предлагаю я детям, представьте, что вы читаете, и вы же должны поставить этот спектакль. Вы еще работаете как режиссер. Давайте попробуем так.
Для начала вы должны представить себе, как будет оформлена сцена. Читаю. Островский подсказывает. Общественный сад на высоком берегу Волги. За Волгой сельский вид, на сцене две скамейки и несколько кустов. То есть у нас вот такие планы, уровни взгляда. Можно вот сюда смотреть на скамейку, можно на Волгу, а можно за Волгу. Открываются разные перспективы. Спрашиваешь, с чего начинается пьеса? Все говорят, ну там что-то говорит Кулигин. Да нет, представьте себе, открывается сцена, мы видим этот вид, и звучит песня. Про эту песню никто ничего не говорит, а мне кажется, что там закладывается основная тема вообще пьесы. Песня эта написана на слова профессора Мерзлякова, филолога московского, но она как-то стала народной. Она скорее такая полугородской романс, полусельский, вот она как-то вошла в народ. И песню эту, к сожалению, приходится петь. Я пою обычно один куплет, а вторые просто рассказываю. Кулигин сидит на скамье и смотрит на реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются. Открывается занавес и звучит песня. Он тоже ее долго-то не поет, Кулигин. Поэтому нам надо спеть, нам надо ее знали. Она сразу создавала и у читателя, и особенно у зрителя определенное настроение, определенные мысли. Но не пропустим же мы такое. Поет он так. Ну, первый куплет, он только строчку. Мне придется первый куплет спеть, потом все пересказать. Среди долины ровные на гладкой высоте стоит, шумит высокий дуб в могучей красоте. Стоит, шумит высокий дуб в могучей красоте. Дальше так. Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах, один, один бедняжечка, как рекрут на часах. Взойдет ли красно солнышко, кого под тень принять? Ударит ли погодушка, кто будет защищать? Вот я здесь остановлюсь. Удивительная формула одиночества. Мы обычно думаем, что одинок тот человек, которого никто не защищает. А в этой песне, может, она поэтому как-то тронула людей, она двойная формула. Его никто не защищает, но и ему некого защищать. Один, один бедняжечка. Вот тема одиночества, она, может быть, идет поверх всех остальных тем в «Грозе». Человек перед этой, даже перед стихией, вот как будто оказывается в поле один, гроза может ударить. И не с кем как-то поделиться. Никто никому в этой пьесе не может, как говорят в народе, притулиться, согреться. Ну, вот это то, что о песне. Хороший. Да? Вот Островский, надо сказать, удивительно, дает какую-то ноту, камертон развития действия. Мы уже начали говорить над темой позиции автора. Автор в драматургии себя проявляет как? Он дает фамилию, имя, он вообще отбирает героев и дает им какие-то авторские характеристики. Вот это мы должны все собрать. Как, спрашиваю я, Александр Николаевич, не участвуя непосредственно в действии, нам себя проявляет? Второе затруднение. Вот в этой 10-ступенчатой шпаргалке самое последнее, 10-я ступенька – это позиция автора. И это та ступенька, на которую ученик с трудом встает. А ему надо будет написать, например, сочинение, позиция автора. Вот сейчас идет очень тонкий набор. Где проявляется автор? В названии, в действующих лицах. И где-то еще. Давайте посмотрим вот на что. Мастерство драматурга, как он выводит своих героев. Вот мы сидим в зале, мы должны понять для начала, кто есть кто. Но в лучшем случае у нас есть программка. И это хорошо. Но самое простое, что мы должны сейчас понять, кто есть кто,
и как они друг к другу относятся. Иногда может автор долго интриговать, и мы думаем, да кто ж там ходит, да что там делается. Так ли поступает Островский? А мы сейчас посмотрим. Вот спел Кулигин песню, перестает петь, сама песня его характеризует и говорит: чудеса. Истинно надо бы сказать, что чудеса. Кудряш, вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу. Это один голос, один взгляд. А ему отвечает: а что? Это Кудряш. Мы не знаем, что это Кудряш, на нем вывески нет. Но это другой тон. Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Ничто. Кулигин: восторг, а ты ничто. Пригляделись вы либо, не понимаете, какая красота в природе разлита. Ну, да ведь что уж с тобой-то толковать, ты у нас антик, химик. Кулигин: механик, самоучка, механик, а все одно. Ну что, герои-то сами про себя уже почти все сказали. Это называется речевая характеристика. А вот интересно, как поведет себя Кулигин, когда его, собственно, обидели, от него отмахнулись, как от мухи. И да, остается ремарка — молчание. И неожиданно говорит Кулигин, показывая в сторону: посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает? Он не обиделся. Брат Кудряш. Хорошо, интересный человек Кудряш. Это дикой, племянник ругает. Нашел место. Ему везде место. Боится, что ли, он кого? Достался ему на жертву Борис Григорьевич. Вот он на нем и ездит. Возникает такое впечатление, конечно, читать можно по-разному, что Кудряш гордится диким, потому что скоро это очень сильно оправдается. Он в чем-то его копирует, он в чем-то его возникнет. Такое ощущение, что он в чем-то его двойник. Ну, пока молодой еще только. Шапкин тоже гордится диким как достопримечательностью местной. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьевич, поискать надо. Ни за что человека оборвет. Кудряш подсказывает: пронзительный мужик. Хороша тоже и кабаниха, говорит Шапкин. Ну, та хоть по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался. Унять-то его некому, вот он и воюет. Кудряш: мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили. Шапкин: а что бы вы сделали? Постращали бы хорошенько. Как это? Ну, вчетвером этак, впятером, в переулке где-нибудь. Поговорили бы с ним с глазу на глаз. Так он бы шоковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому. Только бы ходил, доглядывался. Шапкин: недаром он тебя хотел солдата-то отдать. Ха, хотел, да не отдал. Так вот это все одно, что ничего. Не отдаст он меня. Он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею. Ойли, ха, что тут ойли? Я грубиян считаюсь. За что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь. А пущай же, он меня боится. Уж будто он тебя и не ругает. О, как не ругать? Он без этого дышать не может. Да не спускаю я. Он слово, а я 10. Плюнет, да и пойдет. Нет уж, я перед ним рыболепствовать не стану. Кули: кажется, какая достойная позиция. Боец. Даже такой вот из народа. И вдруг это будет сейчас резкое снижение. Посмотрите, что дальше. С него, что ли, Кулигин говорит, с него, что ли, пример брать? Лучше уж стерпеть, Кудряш. Ну, вот. Коль ты умен, так ты бы его прежде учтивости научи, а потом и нас учи. Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет. А то что бы, Шапкин? Да я бы его уважил. Больно лих я на девок-то. Вот так. Вот такие методы в этой борьбе. То есть так его уязвить через дочь. Ну, понятно, о чем идет речь.
И наш кудряш-богатырь вдруг становится просто кем? Ну, не будем ему давать определение. Непорядочным человеком. И вот закончилась практически первая картина. А нам уже все понятно про этих героев. Вот себя проявил Кулигин, подыграл Шапкин кудряшу, и вот кудряш. Дальше что-то изменится, только подтвердится. Создается впечатление, что вот такая речка, прозрачная речка, и все камешки видны. Ничего не пытается от нас Островский скрыть. Он, наоборот, сразу открывает. Мы должны сквозь эту воду увидеть суть происходящего. Поэтому герой является сразу. Герой выводит, сейчас мы увидим, один другого чуть не за руку. Мы легко с ними знакомимся, и у нас нет напряжения. Ах, кто это? Да как его зовут? Все друг друга сейчас назовут. И все выйдут. И нам это будет понятно. И наша мысль начнет тогда работать в другом направлении. А в каком? Ну вот чуть попозже. Значит, смотрите, как выводит, какой простой прием, какое мастерство Островского проходит. Проходит Дикой и Борис, а мы уже знаем, кто это, потому что только что говорили, кто это. Кто кого ругает. Кулигин снимает шапку. Шапкин кудряшу. Отойдем к стороне. Еще привяжется, пожалуй. И отходит. И вот перед нами только что сказали про Дикова, кто он. Только что сказали, что он племянника ругает Бориса. И вот малюсенькое совершенно явление — разговор Дикова и Бориса. Или подтвердить, или что-то показать дополнительное, почитаем. Дикой: «Баклуша, ты что ли бить сюда приехал? Дармоед! Пропади ты пропадом, Борис! Праздник! Что дома-то делать? Найдешь дел, коль захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал. Не смей мне навстречу попадаться! Тебе не имется! Мало тебе места-то! Куда? Не пойду? Тут ты есть. Тьфу ты, проклятый, что ты как столб-то стоишь? Тебе говорят, аль нет? Я и слушаю. Что ж мне делать еще?» Посмотрел на Бориса Дикой и говорит: «Провались ты. И с тобой я и говорить-то не хочу. С иезуитом уходит. Вот навязался, плюет и уходя, говорит. Вот навязался, плюет и уходит». Вы понимаете, какой тут можно... Артист русской школы это отыграет замечательно. Даже в чтении чувствуется весь этот напор. Ну, дальше выходит... Смотрите, как легко выстраивается. Ну, а Борис-то чего? Что же тут терпит? Ну, ругатель этот Дикой. А почему он терпит? Не успел у зрителя возникнуть вопрос, что это за Борис, зачем ему это? Пожалуйста, Островский готов ответить. Очень все ясно. Опять возникает Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин. И первое, что они спросят, что Кулигин говорит: «Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него, да брань переносить». Борис говорит: «Уж какая охота, Кулигин. Неволя. О, да ты несчастный, да ты бедный. Давайте посмотрим». Кулигин: «Да какая ж неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, сударь, так скажите нам». Борис: «А чего же не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну? Ну как же не знать?» Кудряш: «Как не знать? Батюшка она ведь полюбила за то, за то, что он женился на благородной. Да этого-то, по этому-то случаю батюшка с матушкой жили в Москве. Матушка рассказывала, что она 3 дней не могла ужиться с роднёй. Уж очень ей дико казалось». Кулигин: «Еще бы не дико, что уж и говорить. Большую привычку нужно, сударь, иметь». Борис: «Воспитывали нас родители в Москве хорошо. Ничего для нас не жалели. Меня отдали в коммерческую академию и сестру в пансион. Да оба и умерли в холеру. Мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя, то есть Дикой, нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие. Только с условием». Кулигин: «С каким же, сударь?»
Если мы будем к нему почтительны. Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда. Борис. Да нет, этого мало, Кулигин. Он прежде наломается над нами, наругается всячески, так его, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что нам из милости дал, что я этого, что и этого бы не следовало. Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Очень, опять же, хоть бы вы были к нему и почтительны, нечто кто ему запретит сказать, что вы непочтительны, Борис. Ну да, уж он и теперь поговаривает иногда. У меня свои дети, за что ж я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен. Значит, сударь, плохо ваше дело. Кабы я один, так ничего, я бы бросил все, да и уехал, а то сестру жаль. Угу. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Каково бы ей здесь, какова бы ей жизнь здесь была, и представить страшно. Кудряш, уж само собой. Нечто они обращение понимают, Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении? Да ну вот на каком. Живи, говорит, у меня, делай, что прикажут, а жалование, что положу. То есть через год разочтет, как ему будет угодно. Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жаловании. Изругает, на чем свет стоит. Ты, говорит, зачем знаешь, что я на уме держу? Не, что ты мою душу можешь знать. А может, я приду в такое расположение, что тебе 5000 дам. Вот ты и поговори с ним. Только еще он за всю свою жизнь ни разу в такое расположение не приходил. Кулигин. Что ж делать, сударь? Надо стараться угождать как-нибудь, Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои никак угодить не могут. А что уж мне? Кудряш. Кто ж ему угодит? Коли у него вся жизнь основана на ругательстве. А давайте это подчеркнем. И вот возникает загадка. Сейчас здесь все очень многое рассказано. Ругатель. У него вся жизнь основана на ругательстве, как говорит Кудряш. А так ли это? Он ведь тоже свою семью не щадит, родственников не щадит. А что, если ругательство – это просто дымовая завеса? Чего-то очень сокровенного, что Дикой действительно боится потерять. Вот у него есть как-то качество. А с другой стороны, может быть, стыдно так уж это качество-то показывать. И лучше быть ругателем. Ну, давайте посмотрим. Уж пуще всего из-за денег. Ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит целый день, ко всем придирается Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет. Батюшки, не рассердите, голубчики, не рассердите. Кудряш, ха, да не, что убережешься. Попал на базар, вот и конец. Всех мужиков переругает. Хоть и убыток, в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день. Шапкин, одно слово, воин. Кудряш, еще какой воин-то, Борис. А вот беда, когда его обидит такой человек, которого он обругать не сумеет. Тут уж домашний держись. Батюшки, что смех-то было, Кудряш говорит. Как же его на Волге на пароходе гусар обругал. Вот чудеса-то творил, Борис. А каково домашним-то было? После этого 2 недели все прятались по чердакам да по чуланам. Что это? Никак народ от вечерей тронулся. Вот тут очень важный момент. Пьеса психологическая. Нам надо понять мотивы действия. Нам надо героев надо понять состояние их души. Значит, у нас получается так, что, как странно, с деньгами связана его ругань. Ну, конечно, и ругаться любит. А вот что первично, что вторично. Ну, вот забегая вперед, поскольку мы сейчас не будем же все уроки по Островскому разбирать. Можно сразу говорить, как пойдет урок. Можно немножко затормозиться, поставить вопрос. Это тоже очень интересно. Пусть дети посмотрят, подумают. У него он жадный.
деньги любит. А ругается, чтобы деньги не давать. Ругаться, конечно, он привык. Привык быть человеком, который может всех обругать. Это все понятно. Но первично-то деньги. Вот сейчас уже немножко мы приподнялись над пьесой. Как бы над самой пьесой вот, с Диким. И можно вспомнить сцену разговора Кабанихи и Дикого. Когда он пришел и начал на нее что-то пыхтеть, там слова какие-то говорит. Она его быстро осадила. Скажет, ты что, ты другой себе поищи, подешевле меня. И также совершенно не осуждает. Ну что, небось, с деньгами к тебе приставали. Это я своими словами. И он вдруг сразу обмякнет. Он, его Кабаниха не осуждает. И она просто точно попадает в цель. И он говорит, да. И как-то успокаивается. Он пытается скрыть то, что скрыть почти невозможно. Он жадный, он любит деньги больше всего. И когда его понимает, даже Кабаниха не осуждает, он тут же успокоен. Ему не надо больше ругаться. Ему не надо уже это скрывать. Это своего рода несчастье, которое вокруг все разрушает. Мне кто-то один сказал, человек, такую мысль, но она напрашивается, что уже тогда... Пьеса написана в 1759 году, за 2 года до известных событий, там, свободы крестьянам и прочее. Уже тогда начался какое-то брожение необычное в России. И Островский чутко это как-то воспринял. И хорошо показал на примере одной семьи. Что-то происходит. Причем происходит не с молодежью, а со взрослыми. Что-то делают, что взрослые возлюбили больше своих детей, например. Страшное дело. Вот всех гоняет Дикой, потому что любит деньги. Ну что, не было раньше людей жадных? Ну, конечно, были. Но, может быть, то ли их стало много, любителей денег, то ли эта любовь уж действительно стала превалировать. Но как-то очень грустно. У нас разваливающая семья Дикого. Потому что он любит больше деньги. И как-то уже начинаешь беспокоиться за все остальные семьи. А вдруг это зараза, которая пойдет дальше, дальше, дальше. Ну, продолжим. Осталось у нас посмотреть. В общем, нам как-то уже понятно... И можно даже и вперед забежать, что такое у нас с Диким происходит. Вот мы с вами уже заметили, что как бы один герой выводит другого, он про него что-то говорит. И вот сейчас выведен был и Дикой, и Борис. И это первое. И пойдет дальше так, будет вот кто это, а это Кабаниха, а вот ее семья, все будет это понятно. Но еще главное, что Островский очень... четко отвечает на вопросы, которые возникают у зрителей. Это кто? Это вот кто. А почему он так себя ведет? А вот потому-то. Ну, то, что может сказать герой о себе, то он говорит. Вот очень яркий пример. Сейчас Борис в этом явлении сказал, что он несчастная жертва обстоятельств и даже страдает за сестру, хотя он сам понимает, что ни сестре, ни ему ничего здесь не достанется. Но ему уже это говорят, что без толку здесь пребывать. И он это сам отвечает. Значит, остается какой вопрос? Ну, а что ж ты тогда все-таки здесь делаешь? И Островский оставляет Бориса одного. И вот один он нам скажет истинную пока что, как он считает, причину пребывания в городе. Я к тому, что как все плавно, одно за другое, какая свободная, такое плавное, прозрачное течение действия. Пойдем Шапкин в разгул. Что тут стоять-то? Борис. Эй, Кулигин. Дальше Кулигин я сейчас могу пропустить. Он рассказывает про город. Это известный монолог. Какие жестокие нравы, сударь, в нашем городе. Я пока его не читаю. Я даже могу с детьми его не читать. Потому что я потом его сравню с тем, что говорит Феклуша. Вот здесь Кулигин скажет... такую классицистическую речь, обличительную. Посмотрим, чем он ее закончит. Борис говорит, а вы умеете стихами? Он говорит, я хотел все это стихами изобразить. А вы умеете стихами? По-старинному, сударь, поначитался-таки Ломоносова, Державина.
мудрец был Ломоносов, испытатель природы, а ведь тоже из нашего, из простого звания. А вы бы и написали, это было бы интересно. Кулигин: ну как можно, сударь, съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню. Вот он сам себя охарактеризовал. Вот это он дает что? Сатиру классицистическую. А у нас ее могут иногда преподавать как слово Островского. Островский строит свою пьесу по-другому. Потому что вот классицистическая сатира, обличение. И он ссылается на Ломоносова, на Державина. Сам говорит: ой, нет, нет, это я все-таки побаиваюсь, болтовня. Вот. А тут кого выводит Островский? Феклушу. И звучит ода. Тоже классицистическая. Блалепие, милое блалепие. Красота дивная. Да что уж говорить, в обетованной земле живете. Ну где истина? Ну вот Островский-то и говорит: поищите эту истину. Нельзя Кулигину доверять. Ну, в советское время это понятно, и критика такого толка обличительного, она вот жестокий нрав, вот они там заборы и прочее. А другие могли сказать: нет, ну что, купеческая жизнь, это такое благолепие. Сталкивает буквально в одном, вот явление продолжается, и выходит Феклуша. Щедростью и подаяниями многими. Многими украшенная. Я так довольна, матушка, так довольна по горлушку за ваше неоставление. Им еще больше щедрот приумножится, особенно дому Кабановых. А вот и дом Кабановых появляется. Значит, здесь я что скажу? С детьми надо, конечно, все читать по ролям. Это как только прекращаешь читать, так они говорят: а еще... И даже если читают плохо, все равно читают с удовольствием. Читайте, не спешите. К тому же, что первое действие – это ключ ко всему. Давайте пока теперь глазками пробежимся. Значит, остается Борис один, и выясняется, что причина его здесь какая присутствие. Как он говорит: ой, загнан, забит, а тут еще с дуру-то влюбиться вздумал, да в кого, в женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. Ага. А все-таки не идет она у меня из головы, хоть ты что хочешь, вот она, идет с мужем, да и свекровь с ними. Ну не дурак ли я, погляди-ка из-за угла, да и ступай домой, уходит. Вот первое явление, и в общем все ясно. И заметим, выходит Борис и Дикой, и мы уже знаем, кто выходит. И нам надо только посмотреть, как это происходит, кто кого ругает и за что. И так будут выходить все герои. Они как бы будут друг друга выводить на сцену. И зритель совершенно спокойно каждого из героев узнает, знакомится, не напрягается. И тогда мысль зрителя или читателя, его размышления направлены уже не в эту сторону. Что же, собственно, по сути происходит? Вот вышел Дикой Борис, потом Борис как бы выведет своей фразой семью Кабановых. Итак, мастерство Островского в том, что он нас не интригует. Мы понимаем, кто есть кто. Дальше. Он, конечно, замечательные речевые характеристики. Каждый говорит по-своему, каждый говорит свое, ведет себя так, как он себя ведет. И это очень интересно. И каждый о себе все уже говорит. А если он не может сказать это вслух и при людях, пожалуйста, Борис остается один. И говорит, почему он, собственно, здесь. Он здесь, потому что он влюблен вот в женщину, а не из-за Дикого. По крайней мере, это сейчас причина. Вот такое спокойное мастерство. Мы это посмотрели. Теперь смотрим на суть происходящего. Когда читаешь текст, видно, что ругатель Дикой на самом деле что-то скрывает. Он создает дымовую завесу. Он ругается, чтобы скрыть что-то другое, что у него есть в душе. Он жадный. Он деньги не хочет отдавать. А как-то стыдно показывать. И поэтому он говорит: да я вам 5000 дам как-нибудь, когда-нибудь. И вообще ко всему будет придираться, лишь бы только не отдавать деньги.
страсть у человека очень сильная, и в этом его дикость. И он губит семью свою. Кругом все умирает, когда он находится дома или где-то еще. Второй момент, который нужно отметить. Когда кабаниха с ним разговаривает и неожиданно говорит, да ты из-за денег кричишь. Он вдруг с ней соглашается, почти облегченно вздыхает и говорит, да, одна ты меня в городе, понимаешь. Она его не осудила. И он вдруг перестает ругаться, нечего скрывать перед ней. Вот эти простые заметки, которые возникают непросто. Надо очень хорошо прочитать первое действие с детьми, отметить все, здесь есть что отмечать. Потом, конечно же, надо прочитать сцену кабаниха, ее вот сын и невестка. И мы ее прочитаем.